Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, я продолжаю гамуськи Just Cause 3. Что ж, я считаю, что недостаточно разрушений нынче я произвел, поэтому надо все это пополнить. И еще побольше безумства. Маленечко, да? Начнем с того, что сейчас взорвем эту тачку. Наверное, вот об эту тачку. О, да, шикарненько. Эй, я не понял, ты почему не взорвалась? Это что за махинации такие? Несправедливые. Бампер, крыло. О! Интересно. Так, стояем, бо, мужик, мне нужна твоя тачка. Так, где я вообще нахожусь, ёшки-матрёшки? Да. О, доступно. Значит, мы пойдем туда. Так, что у нас еще вообще есть тут? Квестом. Побегать. У меня острая нехватка выполнения квестов в крови. О, так уже фургон, да, припаркован вот здесь, тихо, мирно. Вдруг там Корнохолио. Блин, ну ты счастливчик. Секьюрити, нифига себе. Ну-ка, давай, посмотрим, что тут за секьюрити прячется. Что такое, не могу ехать. О, господи. Поехали. Блин, очень неуклюжая тачка. Не знаю, постараюсь, конечно, на ней подняться, но она очень неуклюжая. Давай, 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 не подводи меня, не надо. Так, надо заехать боком. Если не получается так, то надо по касательной. Потихонечку, по чуть-чуть, но я должен прошкрестись. Давай, давай, ты сможешь. Ты сможешь. Нет, смогу. Ну, тогда я помогу. Опачки. Старая добрая лебедка всегда спасает. В любых ситуациях. И это хорошо. Так, что у меня есть, да? О, даже задание какое-то есть. Нет, доставка транспорта не хочу. Фи. Мне бы на самолет бы по-хорошему бы и туда-то лететь. Потому что на ранце что-то, не знаю, не очень-то мне хочется такую даль трястись. А как там тут попасть в аэропорт по короткому пути? Естественно, только так. Есть что пошустрее, товарищи? Как у вас там? Сепаратисты или повстанцы? Обычно она зелененьким, да? Тут вот какой оранжево-красненькой. Самое то, поехали. Давай. Поехали на взлет. На взлет. Добро. Нам дают добро. Поехали! Иха! Вот, самое то. Все. Сейчас мы быренько доберемся. Текс. Ну да. Гораздо быстрее, чем я бы это делал, например, на реактивном ранце. Интересно, этот город я захватил? Вроде бы, да. А может быть и нет. Фиг на это. По-моему, да, не вижу плаката. Да-да, это я, по-моему, все захватил тут. Тик. Посмотрим. Что там такое эдакое? Военный транспорт? Фига себе. Кстати, вспомнил, около этой штучки я же пытался раздолбить какую-то базу маленькую. Это там, на вершине, да? Истребитель. Штек. Поднимемся. Почти на месте. Еще чуть-чуть. Добыча Бавария. Продолжается, однако. Еще одними темпами. Так, а вот это место, куда мне надо отлично. Окей. Что ж, что самолетику не было скучно. Ну все. Покедова. Иха! Бедолага. Нифига ему крылья как аккуратно отрезала. Сейчас. Красава! Блин, вообще супер. Мне очень понравилось. Опять энергоядро. Я же менял вроде на искорку ирду.
обратку. Ну, ёшки-матрёшки. Я так не играю. Так же нельзя. Вообще, его можно отдельно модифицировать, это энергоядро, или... Или оно и... еще то дно. Ох-ох-ох. Так. У нас есть... дроны. Веселые дроны. Так. Откуда тут меня стреляет? Я вообще не понимаю, как это энергоядро должно работать. Херня какая-то. Честное слово. А, вот так, наверное, и работает. Как это? Эйми. Что у вас там происходит? Ответьте немедленно. Интересно. Так. Смогу ли я поугарать над ним? Так, да. Да. Получайте, засранцы. Нет. Хочет вырвать его с корнем. Ну, давай. Не, не хочет. Ну, ладно. Я тогда ему поставлю тут плюшечки. Небольшие плюшечки. Текся. Чё, тут вообще никого нету? Никто не охраняет. А, ну вот, есть. Есть ребятки, которые хотят охранять. Что ты ноешь? Держи. Оу! Неужели прострелили? Нифига себе, в лодыжку. Офигеть. Мне прострелили лодыжку. О, мысль интересная появилась. Можно же эту помощь вызвать. А что если... Да. Надо попробовать. Я ни разу это не делал. Поэтому надо попробовать. Бавариевая пушка нужна. Так, вот эти возьмем. А, здесь, где искорка Ирден? Я хочу искорку Ирден. Это что такое? Воу. Так, ну это я помню эти штуки. Это что? Оу. Нет, ну искорка, конечно, лучше. Так, мех, дроны, поддержка повстанцев, да, вот. Мне кажется, это будет сейчас вообще веселуха. Все, запрос. Да, сюда. Все, ждем. Сейчас мне скинут посылочку. Вот она, пошла. Пошла, родимая. Экс. Чувак, давай, зажигай. Я пока маленечко поменяю оружие. Готово. Мех, ты где, блин? Помогай, а? Вообще не хочет мне помогать ни капельки. Бека-бука. Экс. Вот, шикардосики. Где там мех? По-моему, мне проще было самому сесть за руль меха. Было бы надежнее. Эй. Тик. Понятия не имею, что они там делают. Ну, он вроде хорошо на себя отвлекает. Хотя бы хоть что-то делает. Хорошо. Так, сек. Опа. Куда будет удар молнии? Где-то, кстати, мех. А вон. Готово. Вау. Неужели я это сделал? Обалдеть. Так, чувак. Иди сюда. Так, теперь я порулю. Пошел вон. Покедова. То есть тебя водил вообще никакой. Так. Что тут у нас еще тут? Там большая территория. Начнем, наверное, пока с маленькой, да? Захват с маленького. С чего-нибудь маленького. Эй! Я не из него хотел выпрыгнуть. Ай-яй-яй. Попутал кнопочки. Возвращайтесь по местам.
На чем он там прыгает, я уже забыл. Я реально забыл, на чем он прыгает. О, ладно. Всех. А, ну да, на shift надо кратно нажать shift. Доложить обстановку. Мы его потеряли. Еще как потеряли, чувак, еще как. Опа. В области обнаружен враг. Всем бойцам доложить мужик обстановку. Полетел. Я думаю, тебе понравится. Принято. Летать. Нет, 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 нет. Нет. Опять кнопочку не то нажал, ну господи. Обнаружен существующий пользователь. Твое счастье. Цель не найдена. Обещайте его. Давай, поменяй. Я не против. Пути-пути. Поехали. Тыдыщ. Обалденно. Да ладно. Серьезно, что ли? Прям такие элитных? Получи по элите. Разок другой. Вам направляется свежая сила. Уничтожьте цель. Вот это безумие. Я думаю, очень безумно. Считай, все разрушил, все, что есть у ребят. Нещадно. Держи. О, другое дело. На еще один ингетрисформат достался в живых. Можно засыпку где? Это слово. Конкретно опасное. Ау. Ау, ау, ау. Внимание. Направляют танки к точке столкновения. Напоминаю, что водители должны стараться избегать столкновений. Хорошо, ты мне лучше скажи, где последний генератор. Единственное, что... Вот он. Так просто стоял все это время. Порядок. Держи. Готово. Отлично. Тик. Поехали. Это центр. Мы его поймали. Что происходит? Возможно, доложите. Где-то в альтернативной реальности, да, поймали. Ну, увы, не в этой. Не совсем понял, кто проехал. Ну ладно, они сами разберутся. А, куда я чехлюсь? Сюда. Все отлично. Тогда все отличненько. Блин, у этого меха нету щита Баварио. Это, конечно, фиговенько. Ну ладно. Ну не так страшно. Ну что, джинглик полетел? Ига! Скидыдыщ! Разломал велик, чувачка. Надеюсь, он не сильно обидится. Так, ух ты. Здесь очень интересно. Будет. Вон сколько можно разрушать. Обалдеть. Начнем. С генераторов. Поехали. Атакована цель. Всем бойцам собраться по координатам. Икс. Опа. Держи. Вот так вот. Шикардоски. Держи. И тебе всем сейчас достанется. Не ссыти. Опа. Во-во-во, полегче. Сейчас все изнесется. В одно место. Опа. Эвакуация. Пока. Опачки. Лобысь. Ух ты. Все. Я так быстро захватил, да? Цена меха, правда, ну ладно. Зато все мое. Так, где вертик? Я, наверное, опять жмакнулся во что-нибудь. Не любит падать. Тикс. Погнали, посмотрим, что там у нас есть. Эдакая секушку. Что я вижу? Что я вижу? Держи. Так, отлично. Всем бойцам собраться на точке. Опа. О, шикардосы.
Валю босса шикардос. Знаю, что это, но я думаю, это надо уничтожить. Икс. Давай атакуй. Опачки. Икс. Здесь подорвем немного. Почему бы и нет? Так, внутри нету, как всегда, генераторов, которые любят прятаться от меня. О, нет. Я сейчас сдохну. Опа. Ух, отсидимся. Перекурим аляську. Все. Глаза обратно вернулись в свет. Можно идти дальше. Так, что это у нас? Как раз, кстати, то, что мне нужно разрушить. Тогда поехали. Ау. Воу-воу-воу, полегче. Так, эти штучки что, не так разве разрушаются? Да нет, вроде так. Теперь вижу эффект. Блин, тут она, эта штучка не одна. Однако. Воу, повыше поднимемся. Держи, мужик. Чтоб не стрелял по мне. А то мужика, где мусоблаз такой адский. Пострелять. Так, это вот машина интересная, можно управлять? Или как? Или просто только разломать? Походу только просто разломать. Ну ладно. В таком случае, поехали. Кто там меня наводит? Ну-ка. Офигели совсем край. Опачки. Все, держалочку сломали. Ну, это весь конус отвалился. Отлично. Так. А вот нефиг по мне было стрелять. Были бы живы. Икс. Пошла жара. Воу. Дерзко. Было очень дерзко. С моей стороны. Как всегда, тут не может водить вертолет. Стукается обо все, что можно и нельзя. Тут какие катушки интересные полетели. Воу. Пока. Атаки. Да выделывались. Ребятки такие, эдакие. Готово. Стеджики бегают. По-моему, не один, да, такой здесь? Да. С этим типа как бы покончено. Поехали. Пока по удаленочке. Пройдемся. Опа. Икс. Тут меня активно пытается подстрелить. Бяка какой-то. Ёшки-матрёшки. Короче, полетели выше. Опа. Ну вот, другое дело. Повторяю, ожидайте прибытия вертолёта. Да, да, ждите, ждите.
Слушай, все равно ничего не остается. Кроме как ждать. Оу. Еще не все сломалось. Тикс. Блин, это опасно. Однако. Оу. Интересно. Так, что у нас осталось? Еще пару генераторов где-то. Как где? По прямой справа какой-то фургон один остался. Ладно, сначала с фургоном разберемся. Вот это, по-моему, да? Готово. И парочка генераторов. Прямой налево. Икс. Вот они. Готово. Однако. Насколько страстей мордостей не открывал. Доступных. Так, ну ладно, что-то я увлекся этим делом. Нам нужно вот сюда. Да? Ага. Поехали. Точнее, полетели. Тоже есть эти ребятки веселые, ну да ладно. Хорошего понемножку. Тыдыщ. Взорвал парнишку. Икс. Опа. Ай-яй-яй. Приветствую, сограждане. Обнаружены благородные генералы. Немедленно направиться. Мемориал погибшим при защите нашей страны. Опа. От внутреннего терроризма. Поехали. А базы все взрываются. Надеюсь, наш бесстрашный предводитель не останется совсем без них. Конечно, нет. Ведь у него все под контролем. Вот так. Ай-яй-яй. Мужик, отстань от меня. Тоже взорвешься. Как-то так. Это центр. Отправляю к вам дополнительный отряд. Иха! Вот это прыжок. Блин, вообще тачка не слушается. Тик. Блин. Тут карьеры. Как все это совладать? Всем постам. Ну-ка. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Нет. Вам направляется элитный отряд быстрого реагирования. Да. Пожалуй, зачистим это безобразие. Не дайте ему сбежать. И сколько это? А, полноценная база, что ли, по добыче? Ну-ка. Проверим. Готово. Вот, как-то так. Примерненько. Вертолеты поддержки в точке контакта. Икс. Отлично. А тебе снайпер несчастный. Что там такое в меня стреляет? Активненько. Окей, пути. Держи, мужик. Стесняйся. Так. Что тут осталось-то? Совсем чуть-чуть, да, разрушить? Скорость ни хрена нет. Ай-яй-яй. Вот это я столбу собрал головой. Все равно пятку прострелили. С запястьем, нифига себе. Вот это снайпер, а. Вот как работает классно. Да уж. Окей. Ну. Думаю, сейчас все исправлю. Тикс. Опа. Сюда, да. Вот так. Тыч. И отсюда можно работать. Причем весьма комфортно. Тикс. Поливаем свежей срубленной молнией. О,
кардосики. Сейчас будет немножечко взрывов. Самая малость. Готово. Так, генератор. Чуть левее, там где-то. Где-то там прячется. Генератор. Самое интересное, что они до сих пор меня, что ли, не ищут. Странные ребятки. Я их тут гноблю как могу. А они даже меня не ищут. Непорядок. Текс. Сколько мостов интересно. Все готово. Теперь уже поздно меня искать. Я уже сделал, что хотел. Так, это же то, что я думаю. Это же ЖДшка. Обалдеть. Хлобысь. Замечательно. Оп. А даже один поезд уже прошел. Еще лучше. В обоих направлениях причем. Вообще шикарно. Опа. Тикс. Хотя было бы здорово, если бы и сейчас они еще разочек повторились. Было бы очень весело. Жмакнуть на кнопочку и посмотреть, как они сойдут с рельс. Ну-с. Не хотят? Ой, объявиться. Неужели? Серьезно? Что-то все печально. Да не, должны появиться. Они там с каким-то периодом определенным ходят. Что я думаю, скоро появится. Икс. Или не появится. Очень интересно. На, где-то самолет умудрился упасть. Хм. Блин. Ну же, давай, ты где там? Поезд! Ау! Есть, идет. Шикарно. И здесь на встречку. Самое то. Все, жмакаем. Сейчас будет вообще клёвенько. Хлобысь. Вот это да. Вот это крушение. Обалдеть. Тек, ох, типоти. Страсти мордости. Фух, это было близко. Так. Ну что ж. Хорошо, что там, в принципе, не было, да, гражданских. Только военная техника. Хотя тоже, да, весьма странное ощущение. Что лучше, разрушить какое-то государство с его военной техникой, объявив диктатуру или еще что-либо в ином свете предоставить? Да ладно. Опачки. Так быстро? Ладненько. Хули не шутит. Тоже, да? Это же ДЭшка. Ай! Повоюем. Лежи, несчастный. Всем бойцам направиться по этим координатам. Так, парни. Быстро в тачку. Начинаем. Прыгаем, прыгаем в тачку. Найти цель как можно скорее. Стреляйте, ёпкарный бабай. Ксель-моксель. Поехали.
Чё, парни, веди тачку, я буду нас прикрывать. Поехали, поехали. Я нас прикрою. Говорит центр. Ваш запрос получен. Подкрепление уже в пути. Держи. Ты, блин, там водить будешь, нет? Кусок. Понятности. Тебя уже убили. Это точно. С пулей в башке тут можно с вами остаться. Вау. Действительно. О, господи, меня в клещи берут. Стреляй. Поехали на базу. Сейчас маленечко поработаем здесь. Хулиганим. Держи. Стоять, мужики. Мужики военные. Шикардос. Даже круг живых остался, нифига себе. Направляю дополнительные силы. Цель нужно обезвредить. О, да. Это уже обезвредили. Так, а где еще одна бочка? А, все, бочек нет, все хорошо. Мы это сделали. Где вертик? Опять он пропал. Тикс, садимся. Ну, кто со мной кататься? Никто? Ну вот, наконец. Ух ты! Этой штучкой можно их столкнуть. Ну-ка, давай, за руль быстро. Пошли, Рико. Цель вижу. Наконец-то. Дошло до тебя. Так. Лобысь. Там у нас наши и не наши, да, бьются. Весело. Держи. Всем свободным бойцам направиться. Опа. По координатам. Повторяю. Попробуй теперь догонить. О, вот это можно догнать. Тренировка. Ударим ее маленькой молнией. Чтобы уравнять как-то наши шансы. Опа. Немедленно направляю к вам подкрепление. Опа. И стоять, мужики. Всем стоять. О. Все, мужики, приехали. Говорит штаб. Ожидайте прибытия. Ёшки-матрёшки, это было близко. Эй, меня подожди. Наши танки. Все, поехали. Разрешаю высадку элитного отряда в вашей точке. Блин, сейчас будет жмак. Ау. Блин, если так подохну. Водитель из нее никудышный. Однако. Так, поехали. По прямой. Опа. К вам высланы танки. Ой, счастье. Внимание всем постам. Восстановить контакт с целью. Опа. Внимание. Направляю танки к точке столкновения. Поехали. На бронетранспортере. Они меня реально не видят. Странные люди. Цель скрылась. Приказываю вас. Ладно, пусть пока повоюют маленько. Им это пойдет на пользу. Внимание. Черт, за мной хвост. На тебе. Внимание. Вам направляю.
Сейчас будет бомб. Тикс. Все, другое дело. Блин, тачку всю разломали, а? Хулиганы. Тикс. Нет, чуваки, так просто вам не дамся. Жизнь за мной хвост. Разрешаю высадку отряда быстрого реагирования. Опачки. Я полетел, догоните меня. Если даю осмелитесь. Разрешение на использование элитных частей. Ожидайте прибытия. Оу. Направляю к вам силы поддержки с воздуха. Где ракеты, я не вижу. Они же даже по мне не летят. Чтоб подняли. Хм. О. Внимание, направляю танковую поддержку. Поехали. Ну раз уж я здесь, да, почему бы не пошуметь? Опа. Икс. Мужик, чтоб по мне не стрелял. Обстановка накаляется. Отправляю дополнительные силы. Экс. Вот. Любое дело. Есть. Вот еще маленечко отжали. Экс. Черт, у нас ути-пути. Не кисленько. Ладно, надо выполнить поставленную задачу и, собственно, строить перекур. Опа. 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 Отей, пути. Опа. Как легко я ушел от удара. Эй. Кардос. Икс. Воу. Опасное дело. Держи. О, господи. Пойдет. Да ё-моё. Пустите меня, несчастный. Икс. Ваши кардочки. Опачки. Нормуль. Поехали. Каламуть. Огромно летает. Так, теперь свечку надо ломать. Все будет хорошо. Отлично. Ну, вот, собственно, и все. Дело сделано. Опа. Сейчас добьем, кто еще жив. Все, да? Все чисто. Прекращаем поиски. Цель покинула область. Я пыталась быть милой, но теперь у меня нет выбора. Приготовься ощутить всю силу корпорации Иден. Я не позволю тебе встать между мной и Медич. Окей. Рико, тебе нужно. Какая грозная баба. Помнишь, как я сказал, что корпорация Иден дурные новости для Медичи? Так вот, очень дурные, очень. Или, поверь, сынок, Медичи в самом деле в беде. Так. Не понял, а чё этот дрон так просто тащит эту штучку? Нет, иди сюда. Давай. Не сопротивляйся. Опа. Есть, все, можешь лететь. Ну вот, не хочет лететь.
печалька. Однако. Ирищ. Блин, эти штучки, к сожалению, не управляются. Побыщ. Ну да ладно. Что ж, дорогие друзья, пожалуй, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока.